Всем привет, с вами снова я, Това. Мы продолжаем проходить Marvel Super Heroes. И сегодня мы займемся следующей байдой. Мы пойдем и, пожалуй, и отправимся в здание Basket Building. Там у них какая-то жопа сраная происходит. Как всегда, без нас ничего не обходится. Для того, чтобы попасть туда, нам нужно спрыгнуть с хренового здания, пролететь несколько сотен метров, перелезть через пару заборов. В общем, будет... Чё-то загорелось. Ладно, хуйня какая-то. Мы то и дело будем... О, самолет прилетели. Чё-то раньше на них внимания не обращал. Мы то и дело будем крушить какие-нибудь объекты, как вы уже заметили, чтобы... Ай, ёбаный в рот. Ну все, сейчас нас вернут назад. Везде эти дроны-подъемники. Ага, видимо, полно тут долбоёбов, и все падают. Ладно, давай, прыгаем, родной. Так, параллельно мы собираем монеточки. Ай... Так, надо... Не стоит ускоряться здесь, потому что мы рискуем проебать монетки. Ай, я же этим играю. Вечно путаю, за кого я играю. Ну, после минут трех игр сразу же начинаешь привыкать, и, в принципе, идет уже лучше. Не суть. Так, давай так прям. Понятно, не хочет башкой биться ни об чем. А, в конце прошлой серии мы пока немножко помочили цветочки. Финале хер с ними вообще. Мне, в принципе, нужно насобирать денег на множитель. Кстати, заодно посмотрим, сколько мне нужно денег на множитель. Давай. Ясно, блядь, пока к Дэдпулу не сходишь, цен не узнаешь. Ну, хуже есть в барыге. Так, что же нам нужно сделать? Как видите, вот этот фонарный стол подсвечен... не очень ярким свечением. Именно им и нам предстоит воспользоваться. Вроде бы я в параметрах выставил звук 1, но все равно мне кажется довольно-таки громко. Громче говорить просто уже нет смысла. Микрофон настроен нормально. Возможно, что-то с игрой не то. Возможно, все-таки у меня. Как мы видим, здание... Ага. Ага. По-любому ты, Капитан Америка, выключишь все нахер. Ладно, так и быть. Вася, втыкай, все сделаешь. Давай ломай антенну, опять собираем. Как я уже говорил, все в игре завязано на том, что нужно постоянно что-то собирать. И пользоваться особыми способностями. Иногда это просто детские задачи, иногда нужно пораскинуть мозгами. Так. Да, кстати, кто-то писал, типа, проходи с кем-то. Ребят, вы, я же говорил, что нужно проходить на одном компьютере раз, а во-вторых, а это все действо будет происходить на разделенных экранах. Вы представляете, что это будет за месиво? Это будет два абсолютно разных экрана. У меня-то глаза хребило, не то, что там, блин, у неподготовленных людей. Вас в лучшем случае вырвет. Ну, точно разовьется морская болезнь, там, насчет мутить, там, прочее, как от халвы. Ну, блин, кто знает, тот поймет то, о чем речь идет. Просто от халвы в свое время, от долгой игры, реально тошнило. Молодцы, блядь, поломали все нахер. Давай, иди сюда, Капитан Америка. Эл? Ну, я нажал на Эл. Понятно, теперь только двигаться. Когда делаешь это первый раз, иногда начинаешь задумываться, что же все-таки это мне нужно, что же они хотят. Суки так и не дали до конца собрать все монетки. В общем, проходить всю игру вдвоем мы попробуем. Но я вас предупредил. Попробуем не с этой серии, скорее всего, со следующей или через одну.
может быть еще через одну, может через одну, хрен его знает, как карты ляжет, как фишка, как масть там, ну неважно, не суть. В общем, смотрим отличный видеоролик. Блять, полный разгром, сука, что ж ты творишь-то, падла? Доктор Осминог, да пиздец, блять. Доктор Дум, доктор Осминог. Блять, слишком много докторов, это чё, больница, что ли? И какие-то интерны, блять. Ага. Опять он под G-Shock разговаривает. Вот я по своим G-Shock не могу разговаривать. Осьмиботы. Блять, в мультике они как-то по-другому назывались. Ладно, не суть. Разъебашим всех. Бить всех. Максимум множителей. Блять, почему мы ёбнули именно этого фантастика? Нам нужен кто-нибудь более устойчивый. Давай бей их. Блин. Тут твою лабораторию разносит. Ты стоишь в момент во флиш. Лично еще подожди, чё-то. Смей бота вперед, блять, да хоть назад убьет. Капитан Америка здесь является Василием Павловичем Вставляй. Постоянно от него требует, чтобы он куда-то вставил, блять. Видимо, у них развлечения такие. Блять, опять мне позвонили и пришлось прерваться. Уже забыл даже, о чем говорил, но не суть. Так, для взаимодействия с магнитными объектами Лего необходима способность к магнетизму. А способность к магнетизму, по-моему, только у Магнета. Если вы знаете каких-нибудь супергероев из Марвела, которые могут магнитить, блять, не телекинезить, а именно магнитить, вы мне скажите, мы его одним из первых освободим там или что там как, откроем, короче. Ну, не суть. В общем, короче... Что я говорю, про Капитан Америку, который вечно запихивает. В общем, вся архитектура города, все, вот, вся инфраструктура спланирована так, чтобы, блядь, Капитан Америк мог взаимодействовать с ним. И плевать, что он, блядь, несколько десятков лет проболтался замерзшим в Антарктиде. Ну, просто, блядь, видимо, модно так сделать хуйню, которая зарешивает благодаря втыканию щита. Блять, хватит там ржать за кадром, заебал уже меня. Надо же сразу затих. Ну, не суть. В общем, Капитана Америку будем таскать чуть ли не на каждую миссию. Потому что везде нужно, блять, втыкать. Там, где мы его не будем таскать, изначально он будет нарисовываться сам. Ну, по-моему, за исключением нескольких миссий, где есть охуеннейший дабстеп, который я, к сожалению, так и не нашел. Надеюсь, он существует, и он был не кусок этого... Так что взять руки щит, что там, блять, блять. Надеюсь, это был дабстеп не просто кусочек, а он реально существующий, и в конечном итоге я его найду. Так, что там еще я хотел сделать? Ага. Надо бы нам сходить и взять фиолетовую монетку. О, фиолетовая монеточка. Ладно, иди сюда, фантастик. Что ты можешь? Отлично, отвертка, блять. Какие подлецы закрутили, да? Ну, чтоб дети, наверное, пальцы не сували. Давай, Капитан Америка, зарешивай. Как, собственно, я и говорил. Засунь туда хуйню. Она крутанет все. Все будет охуенно. Отлично, открыли, значит, костюм. Охуенно. Здесь, значит, еще один, наверное, костюм запрятан. Так, 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 так. Это синенькое-то достать надо. Ага. Что я вижу? Там за этими хернями спрятана сиреневая монетка. Ладно. Насрать, насрать. Так. Тут у нас Капитан Америка. Ага. Фантастика отправил. Вот набревал-то, а? Ладно, подняли нас. На этом спасибо. Да, давай, давай, уёбывай. Как пизды не свою. Прощай. Некачественный герой. Да пиздец, прям как колбаса. Понятно, значит,
не фантастика. Ну, сразу свалил. Правильно он сделал. Так, что ему там пизды, что ли, дает? Не смей тратить мои монеты, уебок. Я их тут зарабатываю, ты их там тратишь. Блять, ладно. Иногда напрягает вот эту вот тему, что нужно вот реально методично разрушать все просто. Mass destruction. С такими героями и антигерои не нужны. Так, понятно, ты слишком тупой для этого. Здравствуйте. Асмиботы. Наберем ножницы побольше. Заебем еще что-нибудь. Так, стоп, а зачем я сюда Америку-то загонял? Ага, ну ладно. Так, дырки в синем небе, ну сейчас сделаем. Физика, извини. Хотя, может, наоборот, все логично. Ладно, оставим эти хуйни для другой, других чуваков из фантастической четверки, пускай тоже развлекутся. Давай, тяни, блядь. Этот, с этим-то ты уж можешь справиться. Опять щит. Ну что ж такое-то? Первый раз, кстати, реально прикольно, когда вот запускаешь какой-нибудь щит куда-нибудь такой, смотришь, о, разрушаемый объект. О, да все разрушаемое. О, да как так можно-то вообще? Реально офигевал как ребенок. Да до сих пор интересно, вот когда на полную буду проходить, то есть уже получать все вот эти... непонятные вот эти бонусные блоки, будет, мне кажется, намного интереснее играть даже мне, который уже как бы проходил вот эту часть игры. Давай, открывай. А, это генератор даже такой. Это... Почему-то думал, что это дверь такая круглая. Сейчас вывалится до хрена монет. Но успеть туда Капитаном Америкой крайне сложно. Давай, 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 беги, беги, синенькую, главное, забери. Че, не успел, что ли? А, не успели. Так вальяжно этот робот идет бедой. Так, что у нас? Ага. С этой все. Так, это нужно магнета. А это у нас, ну, в принципе, тоже все. Да уж, оказывается, могли пойти по лестнице. Ну, хоть тот чувак не свалил. Сука, свалил. Maybe we should think about this. Все обдумать, no пиздец. If he gets away with those pieces now, we might never get them back. Так, нам нужно... Нам нужно набрать быстренько фаната. И все, на этом будет... Быстренько сохраняемся. Все, дальше на другую сторону. Так, надо заодно собрать монеточки. Ай. Ай, ай, нет, нет. Блять, потеряли больше. Ладно, пойдет. Ась, уёбай. Он вернулся.
Вот засранец. Какая крепкая антенна. Так, стоп, там детали же попадали. Опять попадали. Ладно. Пока шмарим теплицу. Вот, нужно их кошмарить, из них будут валяться такие непонятные цветочки. Мы таким образом сможем выполнить вот это мини-заданец и получить за это очки. Да, кстати, сразу здесь вот стоит магнетомобиль с Дэдпулом. Всем сразу интересно, наверное, станет. Все хотят же Дэдпул получить. Там, по-моему, даже специально в интернатах кодов нет на Дэдпул. Ну, в принципе, правильный ход. Мне он понравился, блядь. Этот прожектор можно было сломать. Так, ладно, иди сюда, детка. Оп. Ай, сука, ну как же так-то? В прошлый раз получалось прыгать. Тяни, давай быстрее. Отлично. Ага, еще что-то собрать сразу надо. Так, а нахер это нужно? Чтобы мы могли, наверное, покрашить мебель. И не только. А зеленые рычаги нужны для кого-то большого, да? Надо же, я думал, зеленые только для Халка. Ну ладно, не суть. По-моему, все-таки в прошлый раз мы их двигали. Но тут что-то вообще очень странное и особенное. Приблизиться сюда никак. Теперь нужно обратно. По-моему, дерби можно будет прикупить сразу после прохождения этой миссии. Ну, блин, толку от него ровным счетом ни хера. Если только пугать врагов своей беспомощностью. Я, если честно, даже вообще не помню этого робота. Может, кто-нибудь помнит. Да, надо будет все-таки себе запустить Дэдпула. То все хотят Дэдпула. Давай. Что тут у нас? Чтобы прицелиться. Ну давай прицелимся. Что, неужели я промахнулся там? Отлично, я промахнулся, как всегда. Тело промахнулся, блядь. Да что ж такое-то? Ярит цеплицу. Похоже, она все-таки ломается. Нужно срубить несколько сот, по-моему, 200, что ли, тысяч, чтобы получить настоящего фаната. Нам фанат, в принципе, нужен чисто для того, чтобы деньги были у героев. Ну, конкретно сейчас намножится. Сука, как ты сюда прокрался-то, а? Вонючка. Мы же для тебя там все ломали. Подлость. Нет, не все доломали даже тут. Охуенно, блядь. Стэн Ли еще, я что-то здесь нихера не вижу. Антенна, все должно умереть, блин. Во славу монеток. Блядь, что-то ломал. А-а-а! Я так никогда не наберу. Одну подбираешь, блин, пять теряешь. А, не-не-не. Давай сюда. Так, что у нас здесь? Угу, воды накачали. Какой мы молодец. А из этих боков нужно собрать уже что-то другое.
Фантастика. Отлично. Понятно, не хочешь лезть туда. Почему ты не хочешь туда лезть? Ну, сладенький. Ладно, как хочешь. Не больно-то нам и нужно. Как чувак не любит Человека-паука-то? Эй! Мне ж больно. Получай по яйцам. Чё, сука, съебался? Пиздец ты наглец. Да, эти множители, конечно, неплохо так помогают, но стоит провафлить момент, и все. Множитель исчезает прямо на глазах. Цифрики не умножаются. Все становится грустно и печально. Что ж вы так упадаете? Ты не туда, куда надо. Ебал бы он ему щитом хотя бы разочек. Для приличия хотя бы. Серебро, блин. Нам нужно золото. Отель. Причем, скорее всего, дешевый. Ну, кстати, деталька. В каком-то заслоне. Ну, хер достанешь так ее просто. Чтобы конкретно ее достать, нужно было все теплицы открыть. Но пока от этого толку будет, было бы чуть меньше, чем ни хрена. Ебаться, сраться. Вывеску сломали еще добавка. Как и во всех таких слэшерах, удар с прыжка самый мощный. И это капец как меня радует. Не будь удар с прыжка таким мощным, здесь годами бы все ломали бы. Блин. Понятно, приебали мы, короче, синюю монетку. Хуенно брать синие монеты со множителем. Вот это вот прям настоящий кайф. Так, давай. Вот опять. Замес был чисто для Капитана Америки. Если б не он бы, хер бы мы сейчас взяли бы эту лесенку. Хотя, думаю, Фантастик смог бы как-нибудь все обойтись и без нее. Здесь может пролезть, короче, Фантастик. Кулер с водой, блядь. Пошел он нахуй, кулер с водой. Вызывали пожарную команду? Хоп, хоп, хоп. И мы наверху. Но это еще не все. Нам необходимо будет сейчас вызвать лифт. А также доломать все теплицы и прочие объекты. Чё там, ну, фанат, по-моему, близко уже. Давай, стучи щитом, малыш. Вот так вот он реально очень долго ломает рассаду.
отлично. Им что здесь еще, наверное, Ирсамах понадобится. Нет, надо же, не понадобился. Почему-то с легкой руки разработчиков Ирсамах у нас научился только копать за свою жизнь, ну еще людей рвать на куски, ну и не подыхать. Я думал, Ирсамах намного круче, он как бы там вообще про него такое писали, что он там чуть ли не Чак Норрис. Ай, проебываем деньги. Восьмибот приехал. Да, как же страшно нам. Пиздец, одного прислали. Там штук 500 бы прислали. Тут только на боссах иногда бывает сложно. Ладно, хоть один для приличия подобрали. А должно быть 10. Да, нам здесь придется не сладенько. Эй. Поможешь мне, можешь диван сломать? Я сленивый, сука. Блять, ну когда ж мы набьем наконец-то фанатов-то хотя бы? Стрёмно проходить уровень без фаната. Ничего нет. Потрясающе. Ай, ох уж этот мистер Фантастик. Что я вижу наверху? Я вижу фиолетовую. Не может же настоящий джентльмен пройти уровень без фиолетовой. О да, детка. Какая же ты большая фиолетовая. Денюжки. Да, пусть мы и супергерои, но как же мы здесь любим денежки. Потому что все в игре завязано на бабле. Если что-то хочешь иметь, нужно постоянно кого-то пиздить. Что-то ломать, чтобы получить очень много денег. Чтобы эти деньги потом продать. Фу ты, блядь, что я говорю? Продать. Какое? Купить на это все деньги других героев и разнообразить игру. Ты чего же подал решение, но не важно, нам все равно нравится. Ай! Ай, давай доделай. Как любезно они на нас не нападали. Можно, конечно, оставить сейчас этих вонючек там. Я уже чувствую уже запах настоящего фаната. Буквально несколько тысяч осталось. Мы уже больше не будем терять деньги. Так, пару золотых. Ай. Опа. Нет, нет. Сука, тварюга. Так из-за тебя мне придется еще дольше работать. Че тут? Че тут? Надо запулить, да? Запулить. Куда запулить? Нет, не хочешь? А как? Съебал бы со всех ног бы отсюда. Нет, он сидит еще, у него как бы там задание. А, даже так надо было. Я думал, попасть нужно в эту херню было. Охуенный гудок. Я думал, реально гудок.
Ну же, настоящий фанат. Совсем чуть-чуть. Во что же ты превратишься опять? Отлично. В целый экран. Yes, sir. Netface. You understand the web, don't you? The web? Yeah, it's a job and a hobby. Doc Octopus? You're a real doctor, right? Because I have a pain. Вот он засранец. Твоя дешевая страховка не покроет расход. Пиздец, все разгромил, урод. И стену проломил. You could record it with your smartphone, JJ, if you could figure out how to turn it on. Смартфон, как толерантно написано. Наверное, там iPhone или еще что-нибудь было. Ай, пора дать ему пизды. А, да, точно, здесь же еще рядом Стэн Ли будет. А я уж губу раскатал, думал, уж все. Финальный мочу внизу. Как же. Сохранить, продолжить. Блять, ну серия растягивает, скучно же смотреть-то будет. А проходить здесь много-много. А пройти надо все-все-все. О май, блять, трубу. Будь мужиком. Не делай так. Ломай это, ломай то. Отлично, блять, ну как так можно-то? Минуса так скоро уйдем. Ладно, неплохой такой множитель. Это же по-любому не все. Как разрушить у него паутину-то? Ебашит так ебашит. В фильме так просто приклеился. Да и в комиксе тоже. Стэн Ли на помощь. В общем, короче, Стэн Ли здесь так на всякий. Сейчас покажу, где лежит. Кто у нас? Ага, понятно, нам доктор нужен. Так что заодно мы сразу запустили генератор. Ни хера, конечно, с этого не получили. Стэн Ли, где же ты у нас? Ага, Стэн Ли находится у нас вот здесь. Взорвать эти боки можно, по-моему, при помощи железного человека, любого взрывающего чувака. А вот фиолетовый вот этот вот винцель нужен кто-нибудь, кто обладает телекинезом. Например, Мандарин или Джин Грей. Джин Грей мы, по-моему, получим через две миссии или даже через одну. Так что можно будет раскошелиться на Джин Грей. Так как поприятше будет, чем Мандарин. Ну, не тот Мандарин, что из фильма, а тот, который из комикса, типа, с кольцами все дела. Даже не наркоман, по-моему. Ну так, если чуточку для вдохновения. Блин, какая-то глупая драка очень, если честно. Блин, я, по-моему, своего замесил. Ага, понятно. Множитель на сиреневый, походу, не сработал. Так, это все можно взорвать. Все, что золотое, можно поджарить.
Ну, нужен огонь, чтобы жарить. Чтобы жарить, нужен огонь. Лично, вот он, настоящий фанат. Все, наконец-то. В принципе, больше бабло не нужно, только есть намножитель. Ломай, сука, все ломай. Ничего внимания не обращаю, ломай. Ах ты там, бассейн, охуеть. Вот за мажорину-то живут. Ух, что с такими звуками-то? Ух, не плавай, не смей здесь плавать. Вдруг вода грязная. Подцепь еще что-нибудь, просто дифельс, а ты женатик. Что потом жене скажешь? Так. Охуеть, ракета. Да он уже прям какой-то зеленый тупарь. По своим возможностям. Давай. Ай, эй, эй, хватит драться. Он свой. Не, жалко, свой же плакат ломаем. Понеслась. Коза по кочкам. Нахуй. Ага, понятно. Надеюсь, чуваки, которые были в вертолете, выжили. Хотя здесь постоянно много жертв. Эй, не своих, не своих, мужик. Боже, паук. Ты какой-то днище, чувак. Если честно, похоже. Деремся вроде нормально, ничего из-за тебя не зашибаем. Ладно, нормуль. Все, что тут сейчас, спустимся вниз. Отлично, финальная битва. Сейчас месим с доктора Октопус, или как там, Октавиус, он там. И все. Не любит суши, сука. Ну еще бы они там осьминогу ушли. Oh, such cruelty. You couldn't wrap me in a paper towel and toss me out the window? No! What happened? Octobot! He seems over the top angry. Any advice? Эй, 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 ладно, полы только не ломай. Чё, он мне допился, что ли? Разочек. Говнарь, от говнарь, да? Как мог такое свершить над нами? Отлично. Что он сделал? Шокер мы его ёбнул. Молодец. Только своих не бей. 5 с плюсом тебя за смекалку. Смеботы, блядь, сколько у вас понаехал тут. Он всего сбросил. Тут нужно просто бегать от врага. Блядь, моя рука, рука. Да пиздец своей руки, извини, братан. Чё мы с... Ух ты, вот это узел. Считай, 200 штук как с куста срубили. То есть, равно мне охота в всякие там ямища прыгать. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, денег-то 200 тысяч. Да, детка, да.
Если бы еще у нас был тот множитель, который множит на 2, у нас был бы уже множитель, считай, не 10, а 20. И это значит, что мы смогли бы зашибить вообще много денег. Давай, ломай быстрее, быстрее. Блять, успел. Немножко, даже я бы сказал, местами сложно. Так, там наших бьют. А, и опять он застрял. Давай, давай, давай. Да это чтоб тебя. Ладно, можно до конца, до бесконечности продолжать так-то. Набивать деньги и все дела. Ломать там технику. Своего, что ли, запутали? Октавиус, где ты? Давайся. Ну все, ему кранты. Как-то странно побили. Ну все, он готов. Давайся. Can't escape the long reach of justice. Stop being so grabby, Doc. I got it! I got it! I got it! Так, мы успешно заканчиваем уровень выходной на Times Square. Того у нас сколько? Почти 400 штук. По-моему, даже есть 400 штук. Ну же. Нет, ну почти прям совсем. Вот этого чуть-чуть прям не хватило. Герой Стэн Ли не спасен. Это все понятное дело. Таким образом, мы заканчиваем уровень выходной на Times Square. Только вот там нужно еще посмотреть заставочку. Думаю, это не займет слишком много. Так, на что, на ПНО? Captured Doc Ock, but we lost the Green Goblin. Don't worry, we're tracking him. Target located. He's gone to the Oscorp building. What would Green Goblin want in a totally legitimate and entirely unsuspicious office tower like Oscorp? Let's go find out. That won't be necessary, Mr. Richards. Fantastic. Dr. Richards. Sir. Director Fury needs you and Cap back at the lab. We need to know more about these special bricks and what they can do. Then let's try to figure that out. We've got to. Because with great power comes great responsibility. Так, в принципе, начинается следующая миссия, но уже следующая миссия в следующий раз. По определенным понятным причинам. Потому что каждая миссия прохождение хотя бы для со статусом фанат занимает большое, настоящий фанат занимает большое время, так что этим мы уже займемся в другой раз, думаю. Так, надеюсь, можно хотя бы будет сейчас. А нет, ну сейчас же миссии, это не просто скитание по городу, как бы. Да, хуем взорвали вывеску. Ладно, плевать на это все. Всем спасибо за внимание. С вами был Тол, специально для канала Сценфорж.
Дальше будет интереснее, дальше будет больше роликов. Всем спасибо за внимание, пока. Или все-таки можно поменять? Давай, 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 меняй. Че за чувак валяется-то? А, вскочил, нормально. Полицейский так валялся. Хера не хочет меняться. Ладно. Тогда точно до скорого.